París. Но еще теплее были аплодисменты москвичей. На центральном стадионе Ленина первые обладатели Кубка Европы – сборная команда Советского Союза. 2 года в напряженных матчах пробивали они путь на верхнем месте. Только через 4 года вновь будет решаться судьба Кубка Европы. А пока он у самых достойных футболистов Советского Союза.